Ребята, всем привет. Сегодня выходной. Вышел в лес посмотреть, что, где следы есть. Хотел съездить на свои места, где капканы ставлю. Приехал, а там лес валит. По этим кафелям, по которым я ходил, капкан оставил. Сейчас валят лес. Вот. Ну, по первому, так по снегу, так сказать. В этом году первый раз вышел. Хожу, посмотрю, где какие следы есть. Соболь набегал. Где следы есть. Какая птичка, какой зверек. Вот. На свои места. Но обычно не получилось уехать. Съездим в другое место. Посмотрим. Вот девочка побежала. Иди бегай. Вот. Следы рябчиков. Вон заяц. Заяц с набегом. Здесь на вырубе. Собака радостная. Тоже в лес хотела. Все. На рыбалку. Вон, летел. Есть что-то. Рябчик. Рябчик. Сейчас угонит куда-нибудь его. Вылетит, не вылетит. Угнал, наверное. Угнал рябчика куда-то. Ладно, еще встретил. Походить, посмотреть по этим вырубам, что здесь есть. Погода сегодня хорошая, 0 градусов. Жалко, конечно, что там лес рубит у меня. Хотел пройтись, посмотреть. Вот соболь. Соболь есть. Соболь. И бегай. Ветер еще сильный. Ветер. Молодец. Следы рябчика есть. У нас здесь не ходил лет 7, наверное. Есть профиль дорос. Рябчики есть. Рябчики набегали. Сейчас пройдем туда, там ручей дальше большой. И по ручью круга дадим. Смотрим вдоль ручья, то все равно должна быть птичка. Ветер сегодня еще сильный. Все, иди ищи. Вот. Кровь. Кровь здесь и заяц. Следы зайчи. Либо подранок чей-то.
следы зайчи свежие, кровь. Подранок, наверное, чей-то. Собака подняла рябчиков. Вообще. Посмотрим, может, найдем что. Вот он полетел. Над головой сидел. Пельник. Ох, видно. Вот вышел, где лес валят. Круга такого дал. Сейчас тут профиль. Профилю выйдем на выруб. На вырубе посмотрим, что там есть. Да, техника ночь лес увозит отсюда. Так, вот здесь я раньше стоял. Там капканы на свободе. След есть. Ходят здесь. Так, ребята, ветер сильный сегодня, но хочу испытать. Взял с собой сегодня квадрокоптер. Квадрокоптер такой приобрелся. Сейчас посмотрим. Облететь тут выруб этот. Ну и так посмотреть, как он себя ведет. Попробуем запустить, посмотреть, как он себя идет. Ветер, конечно, сильный, но вроде должен он выдержать. Так, нам нужен телефон. Телефон. Так, это пульт, телефон. Иди, Берта. Фу. Так. Вот. Подключим, посмотрим.
Опустим программу. Подключаем. Опа. Я место поровнее. Так, где его запустить-то? Здесь что? Что не задевает. Так, камера, крышка. Снимем. Опа. Крутится. Чего вроде не задевает. Так. Так. Берта. Иди сюда. Сейчас. Включаемся. Спутники найдет. Семь спутников. Попробуйте посмотреть. Не может. Десять спутников нашел. Так, полетели. У нас есть спутников. Камера. Наклоним. Вот видно. Только лучше взлетим, чтобы деревья не зацепить. Посмотрим. Так. Вот он выруб.
Оп-оп-оп. Там мы. Ветер, конечно. Пока полный полет. Попробовать, что, как вообще оно. Так, и попробуем возврат домой. Как работает, нормально, нет? Но точку должен, где он взлетел, туда должен вернуться. Смотрим, как он себя ведет. Ветреная сегодня погода, боюсь далеко летать. Так на пару километров можно летать. Он возвращается вот здесь. Здесь мы стоим. Ага, вот он летит. Все, он над нами. Начинает снижение. Снижение пошло. Он борется с ветром так-то. Вроде его сильно не колбасит.
Вот так сегодня погуляли. Ничего не добыли. Рябчиков собака разгоняет. Крупную птицу не видели. Соболя следов много. Нынче соболь есть. Сейчас до машины дойдем. Через лес уж не пойду. Так, 4 часа вадим. Подустал. Собака разгоняет рябчик. Так, вот и все на сегодня. В следующий раз больше повезет. До новых встреч.